В частности, на встрече речь зашла о дальнейшем развитии Краинвестбанка, ранее РНКБ, стал его инвестором. Для Кубани сегодня это одна из ключевых кредитных организаций. Сейчас там обслуживается около 450 тысяч кубанцев. Как отметил глава региона, важно, чтобы банк оставался надежным партнером края, который в дальнейшем будет поддерживать приоритетные для Кубани отрасли – туризм, АПК и промышленность.